Всем привет, друзья! С вами AMV921, видео по танку Т-34 в самом разгаре, поэтому занимайте места. И мы начинаем. Т-34 это уровень 5 советской ветки, находится он вот здесь. Это у нас средний танк уже, после А-20 легкого танка. И, по сути говоря, он является очень забавной машинкой. Потому что мало того, что Т-34 это у нас легендарный танк, который много чего сделал во время реальных боевых действий, так и в этой игре он, конечно, не является, пожалуй, таким легендарным, но забавным является точно. Потому что у него пушка палка-ковырялка, она является дыроколом, так ее называют ЗИС-4, и эта пушка, которую я вот поставил, она 26 выстрелов в минуту, можете себе представить, каждые 3 секунды выстрел, средний урон 85 и колоссальный пробой 112 в среднем. То есть бои, куда нас закидывают, это 5, 6 и 7, и всех танков, которых мы сможем встретить, мы можем в слабые места затыкать. Конечно, можно поставить вот такую пушку, у нее чуть-чуть меньше пробой, чуть-чуть больше урон, но скорострельность в разы меньше, и смысла в ней, конечно, никакого поэтому нет. Что еще есть? Динамика у танка довольно-таки неплохая, не сказать, что она замечательная, но она позволяет что-нибудь делать и веселиться. Потом бронирование танка, у него 45 со всех мест, кроме брони и лба, в топовой башне. А так, со стоковой везде 45, поэтому 45-34 ягодка опять. То есть, броня в 45 что делает? Спасает от каких-то фугасов, которые нам прилетают, они могут нам урон полный не нанести. От каких-нибудь там больших и злобных фугасных танков. Но, конечно, 45 никакой выстрел особо не держит от одноуровневых машин. Тем более от старших братьев, поэтому испытывать ее, конечно, не стоит. Лучше пользоваться динамикой этого танка, а в бою, а еще лучше пользоваться командной тактикой, то есть действовать не в одиночку, а с каким-нибудь доверчивым другом во время игры. Ну что, какие модули сюда можно поставить? Это досылатель, чтобы прям уж стратила пушка, оптику, чтобы еще дальше светить, ну и скорость сведения тоже не помешает. Вообще точность пушки довольно-таки меня порадовала. Может быть, она не такая, ну вот она 0.34 разброс на 100 метров. То есть у меня вот будет бой сейчас, который мы посмотрим, там будет ачивка, знак классности мастер, будет такой эпизод, где я в такую даль стреляю и очень точно, меня просто поразило это, насколько точная пушка, прямо как немецкая. Ну что, поехали, посмотрим бой. Ну вот, в этом бою, как вы видите, мы опять в топе. Мы играем вдвоем с Пахой, играем на пятиуровневых машинках и попали в середину списка. Но хотя, несмотря на это, очень много танков пятого уровня, пол команды с той и с другой стороны почти. И, по сути говоря, бой представляется жарким. Мы видим, что у врага есть Черчилль, довольно злобный противник, потому что у него очень высокий ДПМ, и разобрать у нас может смело. Поэтому мы два веселых пятиуровневых СТ-шки едем группой. Ну и по сути вся будет наша активность в этом бою связана с тем, что мы будем действовать командно и разводя врага и вдвоем по нему шмаляя. В общем, едем мы, кстати говоря, карта у нас называется Highway, едем мы в город по маршруту, скажем так, тяжелых танков, ну и видим, что много очень за нами идет наших тяжей, и пока они идут, мы постараемся к ним, к их приезду что-нибудь приготовить. И вот, в общем-то, не спеша едем. Видите, скорость у него 28 км в час. Это мы едем немножко в горку. То есть, такая, не сказать, что быстрая. Но зато она набирается довольно быстро. То есть, танк подрывается с места неплохо. Вот еще скорость еще уменьшилась, когда мы уже поднимаемся в горку. Вот, засветился первый враг, Т-34. Он довольно далеко находится, 420 метров. Видите, пушка довольно точно. Я прямо свожусь. И два выстрела ему, как снайпер, белки в глаз. Наношу. Ну, урон, конечно, у него смешной. Но дело не в уроне, ребята, дело в точности и скорострельности, потому что именно это позволяет на 3-4 закусывать всех, зажевывать до самой смерти. Значит, с Пахой мы здесь действуем как? Забираемся вот в этот вот квартал. Он чем хорош? Во-первых, что к нему в этот квартал враг так просто не завалится, потому что с точки зрения врага у него есть всего лишь два входа сюда. Это вот где заехал Т-50. Он тут, кстати, совсем не вовремя тут очутился между нами двумя, мы его убиваем, и он затыкает своим телом проезд. И, по сути говоря, мы в этом квартале находимся, в этом дворе какого-то тут промышленного чего-то вдвоем, и к нам никто залететь не может с тех позиций, с которых нам не нужно. Мы видим, что заезжает к нам тут штук, Т-34, еще какая-то СТ-шка. Тоже Т-34. И мы их тут спокойно встречаем, стоим вдвоем, ждем. Потому что мы играем в команде, и по-быстренькому штуга мы отправляем в ангар. Т-34, которые тут два заехали, они не ожидали такого поворота. Ну вот, дают мне урон. У него пушка, видите, на 121 дает дамаг.
Он выбрал не скорострельную. Ну и мы, в общем-то, решаем отсюда свалить, потому что видим, что наши тяжи подошли, и они тут как-то сейчас будут этих 3-4 встречать. Вот, мы решаем объехать их вокруг, пока они развлекаются с нашими, с нашей другой командой. И, в общем-то. Заткнут здесь проезд, я принимаю решение, потому что танк у меня довольно широкий, чтобы тут не толкать лишний раз, объехать все это вокруг. Вот второй въезд, вы видите, в этот квартал, который довольно-таки сложно сюда врагам заезжать, потому что они и под артиллерией тут находятся, и под всем остальным огнем. То есть квартал этот очень хороший, в котором мы были. И, по сути говоря, благодаря ему мы здесь выжили и имеем возможность дальше маневрировать. 34-ка тут выезжает на нас, и мы начинаем ее вдвоем раскусывать. Вижу, что она смотрит на моего взводного, и быстро-быстро, в очень таком скором темпе, мы ее уничтожаем. Вторая 20 тут уже приехал. Ну, он, поскольку танк длинный, выставил нам свою корму, и нам ничего не оставалось, как напихать ему туда побольше свинца. Или чем там, начинены сердечники снарядов. Ну, в общем, едем дальше. На том фланге, где мы были в городе, все чисто. Наши, слава богу, не слились на зеленке, и, в общем-то, все уже в бою там позитивно. В общем, ничего не предвещает беды, как Паха замечает тут... Кого он замечает? Черчилля. Черчилль парень грозный, разберет нас двоих только в путь. И я вижу, что он смотрит на меня, пока не выезжаю на него. Отъезжаю назад, чтобы он на меня не смотрел, дожидаясь момента. И вот он начинает разворачивать пушку на Паху. Паха мне об этом говорит. Я тут же выезжаю и начинаю ему полную башню насовывать. Как вы видите, Черчилль пробивается без проблем, естественно, на 5-м-то уровне, с 5-го уровня пушки. И, в общем-то, с ним покончено. Едем дальше. Тут красивый сплэш от арты прилетает. Ну, арта в этом бою, конечно, смешных уровней, третьих. И она фугасами своими много урона наносить не может. Едем дальше. Вижу М37. Вот смотрите, выстрел на 250 метров. Ну, не самый, конечно, показатель. Вот я ее добиваю. Благодаря тому, что Паха ее раздамажил. И еду дальше. Хочу шестой фраг. И где, вы думаете, я его тут встречу? Здесь уже никого нету. Врага осталось. ПТшка. Арта и легкий танк. М3 Стюарт. Вон они все виднеются, все двое. Так, ну что, нужно делать шестой фраг, и я проезжаю вперед в поисках своего счастья. И смотрите, выстрел на 300, на 400 метров. В движении, маленького танка. Точно, прямо, снаряд летел именно туда, куда я его послал. Мне очень понравилась точность этой пушки. И на таком расстоянии, с таким-то ДПМом, можно вообще по-настоящему сильно дамажить врагов. Ну тут вот А-20 наш решил помочь нам. Хоть что-то сделать в этом бою. Пострелять по своим. Очень точный выстрел, но, к сожалению, последним выстрелом мне не удается убить. Прямо буквально миллисекунда, и враг у меня забирает. Вот такой вот интересный бой. Динамичный, как и этот танк, и, в общем-то, знак классности мастер. Видите, опыта здесь гораздо больше, чем за 1000. 30 тысяч серебра. Уничтожили мы тут 6, троих еще повредил. Из 21 выстрела 19 попаданий. Можете себе представить? Вот такая вот точная пушка. Ну, снайпер воин и знак классности мастер. Всем большое спасибо за внимание. Гоняйте на Т-34, танк очень забавный и веселый. Всем спасибо, пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте. Да-да.